Могу флешку дать. А, да. Короче, флешку надо будет туда? Не. Microphone muted. Microphone activated. На миду. Я в подвал тогда включу. На коннекторе на ящике стоит, смотрит. И пушит минутный, пушит. Да, и как меня смотрит подвал. Ты сам. Microphone muted. О, привет. Здорово, Наташка. Я с глоком, мне страшно. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Мог старт будет просто? Да, я так. Пеши так надо. Я могу дебила подрубать, пострелять. Надо. Надо, чел. Коннектор. Дебила. Я смоке. Здорово. Родная боя, я. Куда ходила? В смысле, куда ходила? Я здесь была. Никуда не ходила сегодня. Ну, в смысле, я от Сашки домой пришла, и всё, дома. Дома, всё. Я, короче, смотрю сейчас, где можно это... Куда можно рекламу деть? Обожаю, кажется, секс с мужчинами. Блин, давай пятюню я тоже. Thank you.
Чат. Ну, тут я понял, ты что? Что, почему? Что стало-то, а? А? Что я заморозила так? Короче. Ты шо, сижу, пишу, сообщение не отправляется. Ну, а может, у тебя теперь клавиатура сломалась? Фига мне холодно так, пипец. Меня сейчас побанят, наверное, везде вообще. Не подписался, будешь забанен. Тупох вообще. Буду спамить ссылками везде. А что делать-то? Что делать-то еще? Рекламный прайс у нас нет, что ли? Подпишись на канал, если в жопу не давал. Фу, блин, Паша. Платформа Twitch. После всех сразу 280 рублей, мега скидочка. Слушай, 280 рублей недорого, недорого вообще, да? Вообще это мысль, на самом деле, создать группу, тупо туда, короче, это, собирать народ. Еще 70 рублей, ага, ты думаешь, у меня остались эти две сотки? Ха-х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 а. Когда рядом нет меня. Хочу еще разочек песенку и это. Сидя да посуху, как я. Так, блин, походу так и придется. Я вот просто сейчас лазю в этих... А здесь вообще клипы присылают. Рекламу разместить пост. Разместить пост. Все. Боже, линк топ. Как думаешь, если я в жилинку? В жилинку, короче, отправлю в группу. А что делать? Вот что делать? Ну вот как? А? Никто, я не знаю, почему такие жадные стримеры, которые, блин, извините, бабок уже и всего дерьма поимели с Твича, и нет, все равно вот, ну вот, такое ощущение, что дать хост,
Это... Не знаю. Как будто у них прям убавится зарплата от этого. Раздражает меня такое дерьмо вообще. Все жадины. Нет бы наоборот помогать продвигать, блин, свеженьких стримеров. Свежая кровь Твичу нужна. А не вот это вот, блин, заседалы, блин. Тьфу, сука. Там, короче, надо выбрать клип какой-то. What is love? If you feel... Дальше я не знаю. Угу. Это ж вазелинка, я, кстати, вообще прям это... А чё такое опять произошло? 1:4, я вот этот клип хотела. Экспорт. Начать экспорт. Раздражает, короче. Не знаю. Почему вот, не знаю, вот, блин. Ну, блин, такие фу, короче, вообще фу. Почему вообще все хотят денег? Не понимаю я этого. Почему никто ничего не может бесплатно сделать? Вот подгон какой-нибудь, да? Сказать, типа, вот, Натаха, на тебе, короче, это. Этот. Как сказать, короче, это? На тебе, типа, Натаха, короче, не парься вообще. Тьфу, сука, песня. 1:4, пошли. Щет, я, кажется... Блин, дерьмо, я куда-то просрала эту. Там это, короче, группа, где предлагают эти клипы свои. Типа, чтобы вы увидели кто-нибудь хотя бы кого-нибудь. Пипец, ну я вот только что, буквально только что была на каком-то... Здесь, что ли? Да, здесь. Как это делать надо? На синтах губы закатывающему очень спасибо. Это фигня какая-то. Я просто, видишь, нашла свой клип, там где я минус 4 дала заново. Вот, и я вот хочу его сунуть туда. Экспорт. Видимость всем. Начать экспорт. Куда он экспортируется, извините меня. Я что-то не понимаю, походу. Ладно, насрать, короче, так кину ссылку. Такое. Какая красивая. Рядом. Короче, мне надо как-то клип засунуть в ВК. Щет. Я не могу. Кинь ссылку мне.
Что это за звук? Что за звук? Не, есть какой-то звук странный. Не понимаю, что за звук. Короче, я хочу, чтобы все было четенько, а четенько нету. Почему так? Сука. Так, подключение. Подключиться от Ютуба и подключиться заново. Да. Отлично. А теперь... Мне ссылку на ссыль. Киль? Что? Киль? Что хочешь? И в этом чате, кстати, я не могу почему-то ничего писать. Бля, такое. Вот это видео. Вот. Теперь оно должно здесь появиться. Почему не появляется? Не понимаю вот этого дерьма вообще. Почему? Что? Что не так? Что? Что тебе не нравится? Главное. Пипец. Черт, черт, сраный YouTube, ничего не понимаю, что здесь надо делать. Я не понимаю, куда делись все, короче. Столько было, блин, людей, пятнашка точно была всегда. Сейчас 101 человек, то, блин, 3 человека. Что за вообще дерьмо? Что за дерьмо вообще происходит, я не понимаю. Где все мои люди? Педики, блядь, променяли меня на других мокрощелок, суки. Я не понимаю, короче, как добавить это видео. Начать экспорт. Или можно сделать так, по-другому. Можно сделать. Загрузить. Блокнот, друг попутчик, да я не держу дюжины детских сучек. Местный клуб, там полночек, в ожидании полуночи. Мам, пап, сыновей, дочек, если танцевать, да так, что есть мочи. До утра и пусть думают, что мы торчи, айфон как тамагочи. Бля, сам закончи. Бля, короче. Фон для саксо, фон для саксо, фон для саксо. Это как горькая беленька рвет башни. Помню куплет, но не день вчерашний. Доброе утро, привет. Лена готовит голый обед. Она знает мой аппетит и не кипит.
Желтый, они уже давно, но он где-то. Я ничего не понимаю. Где все? Что это за звук? Я ничего не понимаю. О, Господи. Что это за говно? Откуда этот звук? Бесит. Ну нахуй. Я вчера подарок не забрала, по-моему. Сука, бля. Да ну нахуй. Нет, ну почему все так дерьмово? Я не понимаю вообще просто. Блядь. Подарок не забрала. Бля, где все вообще? Неужели сегодня вторник и никого нет из-за этого? Вообще бред какой-то, бля. Вообще. У неё. Что за лол? Где все?
Да я уже сама сделала клип, он у меня в ВК уже. Ест, так что спасибо тебе. Блин, меня раздражает. Это дерьмо, где люди? Скачу. Нет, наоборот. Я вот сейчас скачала к себе. Ты заметила вообще? Вот, смотри. О, нихера себе, катка нашлась. Я уже думала, тут вообще, блядь, Тихий Запад. Сейчас это полетят эти штуки. Заметил, да? Нету никого. Куда смотреть? Да вообще везде. Где все люди-то? Алло! Блин, почему? Вот ты тоже слышишь этот звук? Как будто что-то под напряжением. Слышно так вообще. Сейчас я приду. Hello, Tim. Take care of yourself. Рус. Блять. Бежи. Иди на Лор. Лор, да. Найс. Ванок. Вот. Это Иван. One middle going again mid. Бля, там двое, ёпта. Я слышу 3D-шный звук КС-а. Вот из-за того, что, короче, позвонили все сейчас. Сказали, спина двое, блядь, чё ты сайт не пошёл? Пиздики разгонялись. Мы сидим, где он пищит. Да иди ты нахуй, черт. А тебе зачем, извини, с какой целью интересуешься? Все это возбуждает, что ли, когда девочки пищают? Не, ну не спорю, бывает такое. Что это было? Что за замечательные лосы? Это сейчас везде так было или только в КС? Да
Да вы конченые, что ли? Что это такое? Вы видели это? Олечка, покажи половинки. Мало половин, мало, мало половин. Я призываю мир других мужчин. Вы тоже это видели, да? Это? Я надеюсь, что больше такого не будет. На Твиче вроде все нормально. Так, на свадьбе у нас такой-то в смысле. В смысле наштукатурилась? One middle low HP, half HP, maybe low HP. Outside, maybe. Orange, blue. Blue, blue. Shut up, please. Sit up, please. Сучка. Purple go plant. Ну что это за такое? 30 хп. Глаза. А что с глазами-то? Не на свадьбу, просто у меня они красные, и я из-за того, что болею, они немножко такие подбитые, короче. Они накрашены, по-моему. Не, я просто губы намазала, и поэтому, наверное, так кажется. Я обычно же губы не крашу. Модер пернул, это, блин, очень важная информация. Только маечка на 3 размера меньше. Да чё вы меня, блин, начинаете? Нет бы вместо привет, вместо всего, блин, как мы по тебе скучали, начинают меня обсуждать. Чё за вообще дичь, лё? Глаза я всегда так крашу, кстати. И то я всегда делаю стрелки, а сегодня я не нарисовала стрелки. Потому что у меня сегодня руки трясутся. Олечка Бузова. Я Олечка. Бабушки. Поэтому купить здесь это еще драк. Подножки не брил, я брила вчера. Я вообще сейчас вся гладенькая. Вот так вот. Гладенькая. Идите открывать, я не умею открывать. Что у нас команда какая-то странная, они какую-то дичь вообще творят, по-моему. Да? Что это вообще за язык такой странный какой-то? Лонг. А там брила. Я же говорю, везде гладенько. Ты мне говоришь, нет. Да в смысле? Блин, ну вообще надоело мне вот это. В смысле игноришь опять? Я скучал. Боятся выходить стреляться, мне тоже такие весят. Не знаю, я... Просто пока не разыгралась, это моя первая. Вот у меня руки еще зудят, вообще очень холодно мне, короче. А, тра-та-та-та-та, второй пошел. Олечка Бузова, погнали. Олечка Бузова. Овечка Бузева. Я не спряталась за стенку. Один на лонге. На снег был. У нас вчера было что-то похоже на снег, но это больше было похоже все-таки, наверное, на этот. На град. Это не был снег. Не холодно.
замерз, потому я буду кутаться. Кутаться буду. Пойдем парку. А, ты еще. Блин, наверное, холодно. Не знаю, мы вчера выходили когда? Ночью. Сейчас чихну. Минус 65 хп въебало, да, мне сдегла, блядь. Мало того, что у меня были сопли, так сегодня у меня еще и кашель, короче, появился. Шорт близко. Баба Наташа, типа, у нас вчера много аварий были. Все на лысых машинах. А почему? Тихаешь как слон, почему как слон? Это кажется, просто я, наверное, опять забыла поменять настройки микрофона. Блин, ребят, киньте себе, пожалуйста, в Steam в активность мою ссылку на Twitch, ну вообще невозможно так стримить. Пожалуйста, давайте поможем любимому стримеру не быть в самой жопе Твича. В натуре это вообще издевательство какое-то. Эти мне не русские не нужны, я не хочу это же вообще пытаться слушать. И это, блин, то ли чурки. Вообще не понимаю, что они хотят от меня. Хотя ровно. Русские здесь не лучше, какие-то нытики. Пошло оно все, короче. Надо авик брать. Почему ты меня назвал бабой Наташей? Нихера себе. Катаешь. Ну так блин. Вообще четко. Достойно подписки. Это я недавно заходила, короче, на Twitch к одной девчонке, а у нее там написано, короче. Лень качать аккаунт, типа, доверь это мне. Типа. Буст аккаунтов, что-то. Сколько-то там денег, короче. С каких это пор бабы бустят аккаунты, обалдеть вообще. Бабулин платок, ты знаешь, какой он тепленький вообще? Какая-то помойка. Так ты играешь, небось, на сильверах где-нибудь там? Очков не хватает, вот они повышают. Это что значит? Maybe lower, maybe. No, I don't. Падла. Дичь. Это я сейчас так играю, потому что я не разыгралась. Это моя первая катка. Поэтому можно немножко и потупить.
Нихера себе. Мама. Страшно-то как. Бежим. Бежим. Бежим, 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 бежим. Фу, еле-еле. Застрелила. А всегда так не... Ну, слышишь. Не надо, блин. Тебе, вот, блин, жалко, что ты со мной не играешь, чтобы я тебе предъявила. А то обычно Паша так ныл, а я ему говорила просто, вот я типа, ты чё, вообще попутал, козёл, блин? Сколько каток, блин, я ему вытащила, уроду этому. Спасибо за... Постапили меня, постояли все подряд. Ну и что это? Сквидвард? Почему Сквидвард? Куда я вообще сейчас шмаляла? Язи. Срочно обчастал ты чё? Да я не понимаю, почему так происходит. Раньше всегда, блин, меньше 10 человек не было у меня. Что это? Почему-то. Знаешь, как обидно. Когда они говорят, во, Натаха стопудово, мы тебе не кинем, короче, все, мы будем всегда смотреть стрим. И, короче, и чё это? Я таки попала в этого урода, да? Когда... Потому что черный, когда темно, не видно. Слышали анекдот от китаянки, короче, про президента бывшего Америки? Про бывшего президента Америки. Типа, она говорит, типа, вот Путин хороший, он потому что белый. А черный, когда темно, не видно. Ха-ха-ха, я так поиграла. Я вчера смотрела мультик «Полный расколбас» называется. Блин. Еще и в гоблине. Это вообще такой лор. Почему я никогда не попытаю? Почему они вообще так танцуют жестко как-то? Начало стрима. Не знаю, обычно все на начале подтягиваются, а потом все уже. И потом уходят все. Нафиг такие смока давать, чтоб я не видела ничего вообще. Мы вроде и так справляемся. Стримерлечки. У меня нету сисек. Я и так пытаюсь майки, чтоб чуть-чуть половина что-нибудь. Да вообще смысл какой, блин? Сиськи вообще везде можно увидеть. Питер, нахуй я забрал, минус 54. Сиськами не удивишь, только я о чем говорю. Да, мама.
Здорово, Сальвон! Ты жива еще? Из расщуги до ужаса вообще. Как будто, блин, девственники никогда в жизни не знали вообще, что такое груди женские. Кошмар просто какой-то. Ни одна падла не выйдет, что ли, да? Мама слышала, что ты говорила про груди. И что? Мне же не 15 лет. Мама просто надеется, что я хорошая девочка и что я свои сиськи никуда не показываю никому. Что типа, ну она, конечно, очень, когда мне донатят, там, ну, нормальные такие суммы, я говорю, о, мама, мне сегодня, допустим, там косарь задонатили, она сразу начинает сомневаться, типа, а за что? Что ты там такого сделали, что тебе 1000 задонатили, типа. И она начинает такая, вот, типа, что-то тут не так, короче, что-то ты показывала. А я ничего не показывала, мне нечего так показывать, честно говоря. Это вот раньше я была хуйненькая такая, хуйненькая. Можно было что-то показать, а сейчас уже все. Пенсия старая, страшная стала. Чего-то я ищу ластового, никогда я его не нахожу, всегда находится другой. Go, go, yes, go kick, man. Он мне тоже не нравится. Я твою мать нахуй на колеса положу, блядь, и передавлю ее. Какой жесткий чел. Зачем за атаку так много ВП брать? Go, 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 Christian. Не, я шарю, конечно, что не все попадут. Ну так изи вообще. Даже не успеваю никого увидеть, а уже у нас. Это фиолетовый в меня только что стрелял, дебил. Кио! Зося, шо? Что? Что? Фнатик, пей. Что ты несешь опять? Я, кстати, как-то, когда скакалку купила, попробовала поскакать на доме. Прям. Блин, это так жестко было. Такое ощущение было, что я не 50 вешу, а, блин, все всю сотку. Там такой звук просто был, это такая жесть. Пошел ты в жопу. Откуда? Вот этого я сейчас не поняла. Откуда он меня убил? Причем я его не видела. Я была сейчас настолько в шоке, что меня убили. Как вообще? Что? Ты сотку вешу? Нет. Я же говорю, я 50 вешу. Но звук был как будто всю сотку. Но у меня просто хата старая и полы старые. Я думаю, что из-за этого. Я, кстати, пойду взвешусь, интересно. Я просто второй день не кушаю. Может, я уже похудела на десятку, надеюсь. Ну, 300 грамм похудела. Лох, класс. Класс. Мне нравится. Мужлинг тоже 50 весит. Значит, у меня есть шанс повторить его судьбу. Мне нравится мужлинг. Я бы тоже хотела сидеть без зубов и кричать на всех.
Как он свой бедный стул. Помните, как он свой стул швырял и кричал? Не, мне вообще очень нравится Рожлинг. Охуенный тим. Чтобы выходить на 100, нужно двигаться. Как я же двигаюсь? Зося только улыбается. Че ты улыбаешься, Зося? Ура-ура. Глокота, спасибо большое. Прием бетона. Блин, он такой четкий вообще, я обожаю Рожлинга. Сначала был Рожлинг, потом появился Папич. Ну почему? Минус 40, да. Пузово, покажи лобное место. Блин, для этого как минимум надо, чтобы у тебя была женщина. Или мужчина. Чтобы я смогла дать вам совет. Что, блядь? По поводу ваших отношений. Я должна послушать ваши проблемы и, короче, сделать вывод. Ну, ты понимаешь же, да? И хотя Оля Бузова, она такая персона, она может вообще из пустого места убить топ. Быстро. Да что это за пипец, блин, лаганая скотина какая-то. А, это у меня опять лосы. А что за дичь-то вообще происходит? Из-за чего в КС могут быть лосы? Есть какой-нибудь 25 рублей? Тут вариант рекламы. Один пост 25 рублей стоит группа. Не так, или это из-за сервера, почему так лагает, я не пойму. Фу, не, я не хочу с этим говном бегать. Я обосралась, честно скажу. Если честно, я вообще не понимаю, что мне пишут сейчас в чате. Что какой, блядь, топ? Что, блядь, какая... Шара какая-то еще на шарту. Что, блядь?
Я еще не понимаю, почему моя команда так сильно мошнит, почему они хотят друг друга кикнуть. Извините. Звук. Глупый стример. В контре 3D звук или где? Возможно. Сейчас чихну. Фу, сука. Чихай с какой-нибудь гримасой. Ты еще решил все мои чихи за это запечатлить. Зачепетлить. Нихера себе. Какой классный чел, да? Жесткий. У него нет китов, поэтому он пососет. Буду в армейке ржать. Паша, Паша. Ты что, издеваешься? Алло? Стоит дерьмище АФК, серьезно, что ли? Не, ну это издевательство просто какое-то. Сори, парни, там просто ЕГЭ играют. Куда поинтереснее, чем мы здесь. Просто какой-то вообще. У меня так спина зачесалась. Oh, shit. Я, короче, сейчас буду рекламу покупать за 25 рублей. Ага, да. Ой. Ой. Принтер вонючий всех убил. А как же я? Дайте мне это хоть кого-нибудь завалить. Ничего такое. Ну там вроде нормально. Там, короче, группа там 15к подписчиков. Причем это не просто группа, а там задроты именно. Вот. Поэтому я думаю, может быть, человек 10 оттуда придет хотя бы. Название Лем, да. Нет, какой Лем? Беркут обычный уже вонючий. Сейчас так такой баранов вообще тупо. Ну кто такие смоки-то кидает вообще? И не попало. Не жирно ли, а вапиров, а? Пидики раздражают меня. Педики. Педики везде, не медведики. Хули он на тэспауне сидит, блядь, а босс? Как не попало? Как не попало? Как не попало? Как не попало? Не пойму. Да вообще мне же само не верится.
Так в рот берут, как будто не берка, то а эти... Мы выиграли. Охренеть, вообще не знаю, как так вышло-то. Как вышло-то вообще? Нос, почему так чухается? Не понимаю, просто... Я хочу его разодрать, просто разодрать хочу нос. Hello, Max. Oh, shit. Legendary Eagle Alem. Иди в жопу. Обычные люди уже просто привыкли, что Лем это с рюшками. Максус, как писал. Блин, мне реально холодно, может, у меня температура? Так херово болеть. И врачиха мне, падла, не позвонила. Я думала, что я сегодня уже пойду к Лору. Она мне не позвонила, забила на меня хер. Где скины? Нету скинов. Где скины? Нету скинов. Зато есть хотя бы эти штучки. На самом деле, кэш играть меньше всего хотела. Пау-пау-пау. Видите, как я ботов просто вообще не щажу, такое ощущение. Педик-то. Читер. Честно играет. Да блин, мне показалось, это я. Ой. Мочка Бузова не тащит. Надеюсь, что мы выиграем. Ну хотя там пацаны так жмут профессионально, что я даже не знаю. Паша, next миражик, давай сходим. А то ты в армию уйдешь, я так и не успею с тобой поиграть. Да блин. Hello, team. Hey. Let's go, B. What the fuck?
идет. Да блин, почему? Я одного убила. Беген. Говори. Почему и? Сейчас на А пойдем и вот так вот сделаем. Пускай подумаю, что сейчас будет мид. Ну хотя это падало пипец на самом деле, вот если вот такие эти идут. Если покинул, сам же на нее. Сам же на нее и напоролся. Лох. Чилийский. Как они так смотрят вообще, пипец, не могу. Слышу, по себе опять садится. А ты не люблю? А, ну давай, да, топай. Офигенно, мут. Мут. Яйца пушили. Фу, кто додумался пойти взять? Да, затрахал ты. Давай.
Ой. Репионай. Давай, Олечка, пойдем. Половинчатый за тройкой. Так мило, Олечка. Хотя даже не Олечка. Но мне нравится Олечка. Олечка, почему меня так мама не назвала Олечка? Мать, встречай, я иду. Мне нравится это имя. Оленька! Олька! Алёнька! Кто знает, если бы меня, может, назвали Ольгой, я была бы тоже такая успешная, как Бузова. Запела бы там туда-сюда. Рот рабочий был бы. А может, и не был бы. Позор. Да ну на.
сука! Твоя папа, блядь! Как твоя мамаша? Ты не мать. Педик. Щит. Выходи за меня. Давай еще бошку. Оба минус 50 были. Садитесь, пожалуйста. Могу только насадить. Where is all? А, окей. Я не знаю, буду я next или нет. Мне как-то вот тяжело играет. Ты опять обошлялась. Ой, Наташа, кто-то ползает. Где? Лас на Б, блять, алло, имбецилы. Чё отписать? Ты у меня вообще в друзьях-то остался, я что-то тоже... все давно не видел в друзьях.
слишком грубо. Thank you so much for... Блин, такая долгая мелодия. Отпишись хоть в чат-то хоть. Поблагодарю хоть. Ай, катка какая-то мёртвая вообще. Ой. Мух мне, курва. Да блин, зачем такие флешки давать дикие? Как будто он дикий мужчина. Ну чё за? Додек. Николас, спасибо большое. Спасибо.
Очень оно приятно. Да за что? Да как это так вышло-то? Что так холодно, интересно? Непонятно вообще. Дует откуда-то. Такое ощущение. А где-то образовалась дырка. Голову убивай. Что ты разыгрался, Павлик? Судя, затащил. Молодец, зелененький. Ты опять пидорасят помаленьку, пацаны. Нам. Сквозит фром папа. Я не знаю, возможно. Пришлось же жопу продать тут недавно совсем. А тут денег нет, кормиться нечем. Шо, пришлось жопой торговать, что делать. Интересненько. Я вот хочу такой. Красивый такой, мне так был. Но мне холодно. Не понимаю, почему мне холодно. Я вроде тепло одета. У меня носки, у меня штаны, которые вообще воздух не пропускают. Они обсерятся, если все, пипец. Будет конец света. Ой, а ты что думал? Чё?
Идиотизм. Я не знаю, это вот я просто не могу собраться, наверное. Короче, сегодня у меня КС не прёт, походу. Мне реально холодно, короче, я не понимаю, что происходит. У меня какая-то вообще супер заторможенная реакция. Вот просто пипец. Еще я, видимо, из-за того, что холодно, руки я не могу и двигать быстро. То есть я вижу врага, да, но я не могу на него среагировать вовремя. Зато они и могут. Пойду, короче, я еще одни носки надену. Когда ты начнешь убивать? Когда это, блядь, случится? Только не меня, если что, первого. Бен, говорю, со Бен. Есть?
коннектора. Хеван, хеван, ван. Watch out. Steps main. Коммунисты, блядь. Бираж, бираж, бираж.
Fuck you. Guys, my both my сегодня все через задницу, ну серьезно, ну что это за пипец? И давно я так? Давно? Не понимаю я, короче. Ну что значит бираж, если вот, ну что? Что это такое? Я надеюсь очень, что они возьмут 15 раунд, очень надеюсь. Я вижу. Часа два, да, прям таки. Я часа два даже не стримлю. Я стримлю час 50. Сука. Блять, я в соло би, fuck you, bitch. Сука, блять. No, we lost, блядь, because of you. Я ж спасибо не сказал. No, что блядь, сказать-то, блядь, спасибо. Блядь, за что говорить спасибо, это же не донат. Мне, кстати, пока вас не было, закостил кто-то. Из друзей удалила. Не может быть такого. Может быть, это Саша психанул. Сказал, нахер тебе он нужен? Вот зачем он тебе нужен? И все? А Сочи? Сука. Ну, у меня тоже тебя нету в стиме. Не знаю, куда делся. Это, наверное, погода виновата. Вот сейчас надо... Да. Чтоб не видать хоста. Да как там просто чел захостил, у него был один зритель всего. Так что там не особо как-то. Нахуй сейчас это. Да я пошутил, он тебя не удалил что-то. Вообще в первую очередь своим другом считает, а не моим. Один он. В смысле, кто один? Да малыш удалил, ну
Возможно, кстати, у меня домовой вредный. Его если не задобрить, вообще ужас может случиться. Ушли с Б, походу. Да, не он удалил, но я не знаю, может быть, я случайно удалила. Пока чистила. У меня же много дебилов было, я всех подряд тогда удалила. Очень многих случайно удалила, кого не должна была, так что не обижайся. Вполне могла случайно удалить. Да ну как?! Просто я не понимаю этого, как можно вообще так шмалять. У нас погоня была какая? What? Mother sucker. Дерьможуи. 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 Как же вкусно говняху заживать. Дерьможуи. Заваришками. Ужас какой. Прям целое это было, да? Это как это называется? Чёрт. Чёрт. Купила рекламу за 50 рублей. Так что идем вместе, заходи. Как будто ящик пёрновый, пёрно. Я сейчас тоже перна выпила, так у меня есть этот. Я перезагружу КС, кстати, нафиг. Что надо, это блядь. Да, боже мой. Сейчас, ребята, я найду фоточку Оли Бузовой. У меня прыщ на носу, сука. Оля Бузова. Картинки. Да, зайди в ВК, сейчас зайду. Место освободилось. Steam ссылку, бля, Андрей. Внизу под каналом есть вообще все, что захочешь. Смысл просить Steam ссылку, если там все есть. Олечка Бузова! Олечка Бузова! Бузова, 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 Бузова. Оленька Бузова. О бог ты мой, вы помните ее такую? Помните, помните, она такая была стрёмная, пиздец. Какая страшная была. Сейчас я скину ссылку. Куда, кстати, делась ее родинка? Точно, у нее же родинка была всегда. Она ее вывела, что ли? Или она ее просто тупо рисовала? У меня глаз так чешется. Да все, все.
На жопу ж. Возможно. Ауа. Е-е-е. Ауа. У-е. Сегодня что-то с интернетом не то. Сегодня у меня вовсю пропуск кадров почему-то пишется. Ауа. Е-е-е. Ауа. У-у-е. Фон для секса. Вы трахались когда-нибудь про фон для... под фон для секса? Я, да. Самый забавный секс в жизни. Рисовала, думаешь, да? Это настолько не очень вообще. Can we play together? You don't even follow me. I play only with followers. Сначала я поставлю свою Олечку Бузову на аватарку, потом уже буду звать всяких на follow. Really? Рили? Sorry, full party now, maybe later. We'll play later. Окей? Окей? Что мы еще не знаем? Что не знаем? Обо мне? Или о ком? О чем речь? Я не понимаю. Мы только что играли кэш. Ко мне добавляется в друзья девочка, которая делает ноготочки. Красиво, кстати, делает. С Москвы. А зачем ты мне с Москвы? Я же не поеду в Москву на ноготочки, да? Это же слишком как-то. Не знаю даже. Какую музыку ты любишь заниматься сексом? А, так не то, что любишь, а я просто, ну, пробовала. Только что, кстати, видела тебя где-то. По телевизору, наверное, да? Линдеман, hello! Почему он блюет? Объясните мне. Что он меня увидел, что ли? Это вместо приветствия? Что за дерьмо вообще? Блять, почему мужики так на меня это реагируют? Нет бы там сказать, о боже мой, я чувствую, что у меня огонь в штанах. Понятно все. Что за камень стримит? Это не камень, это у меня лицо такое просто. Хорошо, что я не подписалась туда. Бля, что-то опять глаз попал. У меня вообще глаза такое ощущение, что я этот... Кот? Перс, короче, у которого глаза вот так вот. Потому что мне все в глаза лезет. Я не понимаю, что за хрень вообще. Очень сильно.
Вот прям вообще невероятно глаза у меня прям. Пулесборник какой-то. ОЗП получил, можно шиковать. Блин, счастливый человек. Я бы сейчас тоже не отказалась от ЗП. Это не АФКшники, это живые люди. Мы боремся, и я побеждаю. С 8 к маме отдал. За что? Извините. Моник взял. Пипец, задрот. Что еще мужику для счастья надо? Взять себе компьютер, моник на 144 Гц, блин, и сидеть себе дрочить каеску. Правильно, мы сейчас тоже ЗП получим и не делится, прикиньте. Самостоятельный жиж. Блин, Олю Бузову убили. Надо бы тоже на работу, я хочу денег. Да это так жопно на самом деле, когда вот, ну вот я работала. Было все нормально, и казалось, что вообще жизнь изи, короче. А сейчас, короче, дезик закончился. Подмышки четвертый день воняют. Что там ниже, я вообще молчу, короче. Ну, короче, ужас. Просто кошмар. Все заканчивается. Вот меня раздражает прям. Вот почему. А хотя, когда работала, у меня столько всего было дерьма, я вот даже... У меня еще не успевала заканчиваться, я уже другое тарила, короче, потому что, типа, мне это не подходит. А здесь я, короче, вообще все банки происпользовала уже, и жопа говно, короче. Зато клаву себе купила. Закрыто уже будем стоять. На пизда, походу. ГГ. Чё-то, а? Не заслужила, да ладно тебе, серьезно, что ли, почему это... Нас заебись, у нас мид контроль, спасибо. Сейчас сзади пойдут. Чел сзади, посмотри. Коннектор один есть. Коннектор. Это такое дерьмо. Сейчас я там да выйду, нажму эти палку. Бля, вообще. Шо семки по всему дому разбросаны, не пойму. Мыши чё, шо тут? Пацаны, ну куда вы все ушли опять? Ну что за, блять, вообще бесит меня эта хуйня.
Оленька Бузова, дай мне силы. Пусть я сыграю жестко. Победю. С парменамочкой. Быдло играем. Что это за пидор вообще, который... Что-то комментит тут еще. Ага. Пипец, только катку зашла, сразу мамка, короче, орёт. Что-то тяпик тоже у неё будет сидеть. Что за вообще понт заходить пати, короче, и не давать инфу? Какой смысл вообще так играть классно? Что за прикол заходить пати, короче, и не давать инфы никакой, алё. Алло! Хуя тяну запихнули в рот, или чё, ребят, не пойму. Андрей! Ну, блядь, есть инфа, говорю, да, ты не говори. Чё за прикол? Не знаю, я ни разу не услышала вообще. Хоть какую-то инфу. Медвежик слева. Уроди. Ты болеешь, что ли? Такой голос. Андрюха. Да. Но медвежик был. Я ему ничего не сделала. Даже. А что он там пишет? Это моя ирлкотка на Авикста, так что можешь оценить товар. Я когда болею, я пиздец, у меня голос жесткий. Да он у тебя и так жесткий. Да, ну давайте играть, а не говном страдать, а. Рампу не видел никого. Виталик. Вмит, блядь, раз. Что, блядь, как он это делает, сука? Он третий раунд не вешает хуйню.
бомба, а контракт был, по-моему, ребята. Я говорю, бомба в коврах упала. Можем ковры контролить, а не сливаться по одному? Оля, ты куда сзади вас? Вышел на уже или нет? Надеюсь, меня поменял. Что поменялось? Что ты включил? Включил с рекламу, еще нихуя не отвечает. Андер. Там же за мешками. Я ебал такие тайминги, блядь. Я даже не знаю, что школьнику там Гандер двое за белым. Что это? А, зашли полностью. Ну как это так-то, блин? Ну, ебать, пончик все знает просто. Чё он там? Зону, да, и подписать? Нет такого. Да ладно. Минус 70 на миду. Блять, ну помогите мне на, блять, я ёбнул одного, блять, ты сидишь под сити фиолетовый, ну нахуя так делает? В
Кто тебя разъебал? Я что должен был с пистолетом только 4 калаша выскочить? Ты думаешь, что городишь вообще, дружище? Чувак, я выскочил против калаша с пистолетом. Красава. Ааа, щит. Тогда нахуй ты играешь, если ты не можешь с пистолетом выйти. Давайте не будем ссориться, девочки. Вот выкинь нахуй свой пистолет, блядь, тебе с ножом, ты с пистолетом не можешь играть. Звали, блядь. Ебальник у тебя, понятно, блядь? Хуесос. Хуесос, ебалок, тебе, блядь. Ты понимаешь, что меня твой номер вообще не интересует? Слушай, дружище, если ты меня не видишь, ты меня слышишь, алло? Ты меня слышишь, алло? Я в живую, блядь. Я бы тебе такой ебальник бы натянул. Яма. Яма есть еще. Ты меня максимум перекартавил бы только. Под окном есть. Да. Бля, я думал, всего один остался. Для этого нет смысла играть дальше. Выйди. Классная же работа поискать в КОЕСе. В МТ один, два возможно. Минус 70. Под окном, андер и мид. Мид заходит. Коннектор, блядь. Я сказал, мид заходит. Два коннектора. Еще один коннектор. Уходит. И под, где-то тоже под коннектором все будет. Игра для очень добрых людей, да, блин, фиг знает. По-моему, здесь наоборот, люди, которые были добрые, становятся говном. Ну или если ты сарказмом сказал, тогда естественно, да. Можно, пожалуйста, с окна инфу дав... А, блядь, вы в муте у меня, да, забыл. Уж пиздите дохуя. Коннектор, ребят, может быть, будет. Шорт закрыли мне. Не вижу ничего. Блядь, хуй ты там делаешь, долбоёб, блядь. Как так-то вообще? Ребят, забейте, у нас фиолетовый даун просто, блядь. Коллектор заходит, блядь, он в пяти сидит. Долбоёбище. Блядь, картавый еблан, ты можешь рацию закрыть? Игру, я тебя очень прошу, блядь, ничего не говори вообще нахуй. Забейте, блядь, один проёбывается, все проёбываются, вот и все. Боже тупой, блядь. Нахуй так вообще не обижить. Ему, блядь, кричишь, блядь, коллектор приходит, он что-то сидит, блядь. Коллектор. Коллектор приходит. А парты есть.
Что такое в тильте? Объясните кто-нибудь тупой, я не понимаю, что такое в тильте. Собираюсь спать, получается еще хуже игра, чем если бы я пошла одна. Бред вообще. Хорду последний. По сути, наоборот, типа, все в пати, все более-менее должны общаться там. Ну что, вы что, угораете, что ли, алё? Дайте диглу, пожалуйста, кто-нибудь. Вау, весело ночь. Под сиденьем. Что? Под сиденьем. А, ну это русский, скорее всего. Спасибо большое. Только смысл мне биты донатить, если я не могу с них ничего поиметь даже. Идите в жопу, короче, я не знаю, как играть такие игры, когда просто играешь одна. Тупо соло. Тупо соло катка. Что это такое? Прошлые катки я не играла, и Тима тащила. Блин, теперь... Спасибо большое. Огромное. Тащи в столу. В столу? Это полное говно. Вообще не знаю, что делать. Что? Иди пикни, пожалуйста, на тырку, нахуй. Куда ты смотришь, я думаю? Я не знаю, короче. Просто тупо, что это за дым был? Это я положила такой дым, да? Как? Это просто какое-то избиение детей. Избиение детей маленьких. Это нельзя так. Забей мне похуй с третьего раунда и ты. О, жет! Как мазафака, что за вообще? Я просто попросил приходиться, потому что я один с дерьмом стою, а ты смотрел. Ну, я кому-то зачем? Не могу вот это дерьмо слушать больше. У меня вообще сейчас уши задинаются, походу. Как мы сами сходят, мы еще должны люди. Где еще мид? Коннектор. Может быть, носите, смотри, кухню. Не раздражает, блин, дерьмо это вообще. У него вообще вот просто день через жопу называется. Просто катки через жопу, стрим через жопу, все через жопу. Все через жопу. Давайте вы сейчас свои сиськи в руки возьмете, ладно, девочки? И попробуем отыграть нормально. Что там за картинки какие-то ты присылаешь, да, что ли? Спасибо большое за... Я даже не знаю, как они называются. Бесы или биты? Биты, наверное.
А, никто же не выходит, да? Шорт. Минус 2 кубки. Двое в окне. ББ. Все, типа задонатил и пошел. Ну давай. Нормально, да? Ну что? Мама моя, почему все так плохо? Не тащится нихера. Нихера не тащится. Олечка. Да, здравствуй, родной. Как твои дела? В каком смысле, за что я так с тобой? Да ты за что со мной так? Я тебе вообще ничего не сделала, а ты меня уже Олечка. Меня вообще не так зовут, на самом деле. Это типа шутки. Не шутки. А, я сумка не взяла. Денег не хватило. Да я в курсе, что ты против меня играешь. Против Наташки вышел в дуэль. Глупец. Глупец. Ой, коробки. На Али на бейте. Довольно. Дошла. На ты респ сидит. У него калаш есть, а что? Скажи, что надо стимени. Это Оля Бузова. Моя любимая певица, шучу. Спасибо, что шутишь, брат. Да все, пошли смотрим. А я сказала, что у него калаш. Мне не поверили. Забираем и калаш. Звук, как будто там замыкает что-то. Ой! Что происходит вообще? Зачем я все это купила? Я уже переиграла, походу. Да как можно, потому что играть вообще с такой командой? Вот просто ты их зовешь в пати, ты думаешь, что это твои друзьяшки, короче. Они заходят, короче, начинают какую-то вообще дичь делать. Как вообще так играть можно? Не ходи на Б. Все равно говоришь, напиши адрес. Сейчас приеду. Зачем? Мы ведь даже не знакомы. Но тем более я не могу сейчас, я болею. Пью лимон с имбирём. С водой. С головой. Блин, неужели мы откомбэчим серьезно? Хотя мало верится, конечно. Спасибо. Ой, блядь, короче, забейте, он выходит, стапа дает.
Почему никто не поможет? Вот, вот что ты делал, голубой, а? Надо было выбежать и помогать своей королеве, а ты что делаешь? Тю, сука. Спасибо большое. Да ну забейте, короче, идите вы в жопу. Никогда вас больше пати не позову, уроды. Я вообще не понимаю, нахуй вы бомбу скидываете и бежите хоть пойми куда, блядь. Все. Отныне я соло игрок. Грубо было, наверное, да? Никогда пати не позову, уроды. Я вот пусть знает, потому что... Я же зову не для того, чтобы они мне, блин, это... Вот так вот сделали. Не, нормально, два чувака по 6 киллов. Это что такое? Ладно, по 6 киллов, но, блин, если бы они еще говно не делали. Да ну ж, почему? Метро смотрит, Авик, если что. Хоть могу? Можешь, конечно. Хотя нет, не можешь, ты даже не зафоловился. Надо зафоловиться. Охуеть. А что у вас лучше? Ну такое, 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 вообще такое, конечно. Так лучше. Еще ничего не пришло. Сейчас придет. Я вообще не знаю на самом деле, куда идти. Я редко играю в Мираж, и я теряюсь. Я знаю на этой карте один смог. Один. Когда ты знаешь всего один смог. Нам жарик. Очень некомфортно бывает. Жопа день, спасибо большое. Добро пожаловать. Добавляем меня скорее в друзья. Next катка. Пойдем вместе с тобой за руки. Туда-сюда. Ебать резко, нахуй. Я вообще, короче, не знаю. Чёрт. Сейчас дам, я не умираю. Не выходи, да. Да он не смотрит на меня даже. Где он был? Он ушёл, походу, уже. На Б, наверное, ушёл. Хорошо. Смычок. Блин, как обидно. Не могу. Сколько времени? Охренеть. 6 часов уже. 6 часов. Что мы сделали за день? Ничего полезного. Вау. Красиво стелишь. Там тоже авик, да? Идите в очко, короче, игроки, блядь. Сраные.
Я после этой игры перезагружу комп. Кар. Хочу кутять. Да, я бы поела что-нибудь. Я специально... Да перестаньте. Выиграете уже и все. На этом. Поддаваться бред. Посмотри на мою команду. Блять, что за флешки нахуй выкидаете? Пизду ваши выходы, блядь. Дай в натуре идите в очко. Короче, я пошла, я перезагружу компьютер и перейду сюда обратно. А чё вы мне сказали, что у меня чёлка как у додика? Я думала, у меня с двух сторон симпатичненько торчит чёлка, у меня получилось, короче, вообще забей. Стоят, точнее сидят, смотрят и это... Дичь. Ну так уже более симпатично что-то. Короче, пошла перезагружать. Да зачем мне вот это вот срам вот этот вот? Ну смысл мне какой вообще вот? Время свое тратить и нервы вот смотреть на вот эту чмо игру. Я вот не хочу, у меня и так все печально. Сейчас я буду еще это расстраиваться, этого сидеть. Не буду. Так что давайте выигрывать и в пизду. Почему самый дешевый вулкан стоит 1100? Он уже давно-давно должен был в цене упасть. Он не падает, падал. Как ну шоха. Короче, ладно, сейчас приду.